В преддверии 25-летия органов гражданской защиты. На центральной площади Петропавловска состоялся смотр техники и пожарно-технического вооружения. Также сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям получили 10 оперативных автомобилей. С предстоящим праздником спасателей поздравил аким области Кумар Аксакалов. Четверть века спасатели обеспечивают покой и безопасность населения. Оборудование и спецтехника – немаловажный фактор в успешной ликвидации ЧС. В канун профессионального праздника представителям департамента вручили ключи от 10 оперативных автомобилей. Нового железного помощника получил и старший водитель Артур Шумило. На службе департамента он с 2009 года. Оперативные машины влияют на, очень сильно влияют на нашу работу. Это повышает мобильность групп и также доставка личного состава к крупным пожарам, когда вся техника задействована и нужно доставить туда еще личный состав. Благодаря этому мы будем уже быстрее работать. В прошлом году на вооружение департамента поступило 11 единиц пожарной и спасательной техники, а также оборудование и снаряжение. До конца года в распоряжение спасателей поступит еще 6 транспортных средств. Новые возможности обеспечат эффективность проведения аварийно-спасательных работ. Второй год подряд с местного бюджета нам выделяют 100 миллионов тенге. Вот. В текущем году за эти средства мы приобрели 2 Trecola-болотохода, которые мы ранее вам показывали, которые мы активно используем, значит, в труднодоступной местности. Полностью оснастили, значит, все пожарные подразделения, а у нас их и 5 в областном центре, на аппараты на сжатом воздухе. Ежедневно представители органов гражданской защиты оберегают людей от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. Круглосуточно несут нелегкую, опасную, но столь важную и почетную службу. Хочу поздравить всех сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям, ветеранов этой службы с их профессиональным праздником. В этом году исполняется 25 лет со дня образования службы спасения. Профессия спасателя, она сопряжена с ежедневным риском для жизни. И все эти 25 лет служба спасения, она на защите здоровья, жизни и имущества наших граждан. За это надо их поблагодарить. Всего у спасателей по области 147 единиц техники. В планах представителей департамента строительство оперативно-спасательного отряда на озере Пестром и строительство пожарного депо в микрорайоне Берекем. Наталья Аитова, Самат Есенгалиев, служба новостей.